Олимпиада в Сочи завершена. Сотни мальчишек и девчонок по всей стране воодушевились успехами нашей сборной. Ивановские спортсмены – не исключение. В субботу в областном центре проходил чемпионат по пулевой стрельбе. Еще совсем маленькие, а уже с винтовкой и на огневом рубеже. Многие из них занимаются стрельбой с осени прошлого года. Хороший результат в данном виде спорта – это прежде всего терпение и изнурительные тренировки. Тут талант, конечно, играет роль, но достаточно, как сказать, небольшую. Большую часть, конечно, трудолюбие, терпение ребят играет. То есть этому можно научиться. И даже человеку, у которого, собственно, таланта особого нет к стрельбе, может при определенных усилиях стать как минимум мастером спорта. За час нужно произвести 30 выстрелов лежа. Сначала можно немного пристреляться и уже потом начать отрабатывать упражнения. Тренеры говорят, что задача эта очень сложная. Максимально сконцентрироваться на час. Психологически нелегко даже взрослому. Что уж говорить о ребенке. Стрелял я в первый раз 30 выстрелов. Последний был, конечно, очень сложно. Рука устала. Артем стреляет уже 2 года. Начинал в тире в торговом центре. Теперь занимается с тренером в спортшколе. Его мечта – стать биатлонистом и принять участие в Олимпиаде. Ну а пока он только болельщик. Болел за Юлю Липницкую, за наших конькобежцев. Болел за нашего биатлониста. Вот. Правда, серебро заняли. Но тоже приятно. Впрочем, уже вечером в субботу российские биатлонисты завоевали золото на радость Артему и всей стране. И кто знает, может, через 4 года ряды известных биатлонистов пополнятся ивановскими спортсменами. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.